Казанском федеральном университете начали свою работу «Завойские чтения». В этом году мероприятие стартовало накануне дня рождения легендарного физика. В рамках «Завойских чтений» состоялась открытая лекция академика РАН Владимира Дмитриева. Темой его выступления стал магнитный резонанс в сверхтекучем гелии. Также в рамках мероприятия молодые участники имели отличную возможность представить устные доклады, посвященные особенностям применения магнитно-резонансных методов в решении фундаментальных и прикладных задач физики, химии, медицины и биологии. Завершились «Завойские чтения» торжественной частью, а именно награждением лауреатов Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых. О подробностях церемонии и заслуженных лауреатах премии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюз.